наставником, хранившим юность нашу, всем честью и мертвым, и живым, подъяв кустам признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Уважаемые отцы, братья и сестры, зрители, наполнившие этот замечательный зал, мы приветствуем вас этими строками замечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вот уже седьмой раз, седьмой вечер, мы собираемся, чтобы почтить память нашего любимого отца Василия Ермакова. Мы всегда собираемся для того, чтобы оживить в памяти дорогой нам образ отца, пастыря, молитвенника, патриота, батюшки Василия. И сегодня, по милости Божией, этот зал смог вместить почти всех желающих. Вечер будем вести мы. Народная артистка России Нина Усатова. И архимандрит Исидор. Из нашего поколения выросли люди могучие, которые молитвой, верой в Бога помогли развалить, свалить глиняный колосс коммунизма и дать вам, нашим внукам и нашим детям вернуть вас на святые пути национальной русской жизни. Вернуть, хотя и сегодня все против нас, школа, институты, люди мало блага занимающие пост в государстве, все отталкивают, все не дают, все узаконивают, что нам труднее становится жить во имя личного благополучия. Мы это перенесем, потому что нами руководит Бог, потому что нас защищает великая сила благодати Божия, потому что новомученики российские, кто отдали за веру, за Россию свою жизнь, они умолят Бога по-настоящему, не по моему слову, что Бог даст нам подняться, даст нам встряхнуть, сбросить все предательства тех русских людей, все циничное оскорбление сектантов, ту диктатуру Запада, которая нам диктует. У нас есть умнейшие люди, не умные, умнейшие. У нас есть прекрасные таланты. У нас есть все люди, понимающие, знающие и любящие беспредельно мать Россию. Бог нам поможет. Потому что мы народ Божий. Потому что мы многострадальная Русь, потому что мы все пережили и переживаем с нашим народом, нас учить не надо. Мы знаем, мы чувствуем, что наша душа, наш ум об этом говорит. И нам раскрывает, что делать, благодать Божия, а не наше гордое я человеческого бытия. Но сердце подсказывает, что вот где надо на сегодня черпать силы для возрождения новой нашей Родины. Мы будем еще более жестокие получать уроки, опять оскорбления, более изворотливой форме Запада, потому что не нравится русский человек им.
своим великим духом, великим мужеством, великой верой, сыновья, дочеря России, вам хранить, вам защищать, вам держать, вам исповедовать великую силу православной Руси. Так, родные, будем за всей душой верить, молиться, надеяться и гордо носить имя. Я русский, значит, я православный, и Господь мне поможет. Аминь. Спасибо. Вспоминая дорогого батюшку, мы, конечно же, не можем не вспомнить ту эпоху, в которой он жил. 20 век, самый сложный век за жизнь человеческого общества. Самый кровавый, самый прогрессивный, самый циничный, а где-то и самый благодатный. Не все было плохо в жизни молодого юноши Василия Ермакова, молодого священника Василия Ермакова и уже духовника и старца отца Василия. Были горести, было предательство, был цинизм, было равнодушие, был голод, война, концлагеря, но были и радости, и люди его поколения умели радоваться, как никто. И мы помним, с какой радостью батюшка обращался к искусству, слушал песни, читал стихи, смотрел спектакли. И сегодня мы хотим вспомнить и озвучить ту эпоху, в которую жил отец Василий и его поколение. Хор духовных чад отца Василия под управлением Марины Бутта исполнит песню народную казачью «Атаман». Oh.
народных песнях отразилась вся трагедия русского народа, пережившего ужасы революции и гражданской войны. Более того, с окончанием войны и победой большевиков война против народа продолжалась. Целенаправленно уничтожалась культура, самобытность и, самое главное, вера русского народа. Но в семье отца Василия вера в Бога сохранялась и прививалась детям. Отец, мама, сестры, они были верующие. Молились дома, не имея ни одной печатной строки из чего-либо священного. Писания, молитвослова, даже книжечки у меня ничего не было. Я жил по приказу, в полном смысле этого слова, отцовского родительского наставления. Дети, вы обязаны были молиться. Почему мои родители требовали от нас, детей, этого молитвенного, самодеятельного обращения к Богу? Потому что отец мой участник гражданской войны, мама много пострадала в те страшные года революционного бытия, и они в этом страшном, трагическом периоде послереволюционного времени, как они мне потом говорили, нашли утешение в Боге, так они нас и воспитывали. Вот я до войны воспитывался в голоде, в холоде, но в строгой домашней обстановке. И я задавал отцу вопрос: папа, как же так? Смотри, какие храмы. Они особенно ощущалось духовное уныние, сиротство в дни Рождества и Пасхи. Смотрите, как это? Я неужели все кончится? Он мне отвечал: нет, сынок, время покажет. Неужели все это пойдет безнаказанно в жизни тех, кто поднял руку, как я уже тогда понимал, на святой святых русского народа, на Бога, на веру, на храмы? Oh!
Отец Василий очень любил казачьи песни. Да, в общем-то, их нельзя не любить. И надо сказать, что во времена даже самых тяжелых гонений, когда в России преследовалась многовековая культура, которая часто соприкасалась с религиозным восприятием мира, которая часто соприкасалась с патриотизмом, столь нелюбимым интернационалистами. Эти песни и даже тогда, в те тяжелые годы, хранили мудрость, хранили красоту, хранили романтику, хранили душу народа. В них мы найдем и суровость жизни, и широту, величие русской души, и любовь к Богу и Родине. Ансамбль «Терек», художественный руководитель Леонид Белов. Ой, наш скобелев генерал, он победитель всем врагам. Ой, победитель всем врагам, слава донским казакам. Ой, победитель всем врагам, ой, слава донским казакам. Ой, мы зовем ему венец из наших честных сердец. Ой, мы зовем ему венец из наших честных сердец.
до свидания, ваши добрые глаза. Детское восприятие мира, несмотря ни на что, всегда видит только хорошее. И та любовь к родине, которую отец Василий пронес через всю свою жизнь, была заложена в детстве. Он вырос среди прекрасной природы, в самом сердце России. Дарья Пышкина поет нам «Вижу чудное Приволье». Музыка Абрама Полячика на стихи Феодосия Савинова. Аккомпанирует Ольга Косенко. Среди нас есть люди, которые не понимают, почему мы говорим слово «город Орел» или «город Болхов», которые, может быть, узнали о батюшке уже в позднее время, может быть, узнали о том, когда его уже не было здесь с нами на земле. Дело в том, что он родился в городе Болхове. Это уездный город Орловской губернии. Город культурный, город купеческий, город, в котором было очень много храмов. Ибо купцы, когда занимались своей торговлей, очень часто обещали Богу построить церковь, если все будет хорошо у них складываться, или за какие-то свои проступки. Бывает, купец обманывает целую жизнь всех, а потом под старость строит храм, чтобы как бы там скидка ему была. Вот этот город был изобиловал храмами Болхов, почти так же, как Торжок, почти так же, как Суздаль. И изобиловал не только храмами, и я имею в виду всю Орловскую землю. Вот, например, Николай Семенович Лесков писал такие строки. «Орел вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил их на пользу никакой другой русский город». Только назвать одни фамилии достаточно. Иван Сергеевич Тургенев, орловский помещик, сам Николай Семенович Лесков, Леонид Андреев, Иван Бунин, Михаил Пришвин, Тютчев, Апухтин, Афанасий Фет, религиозный философ Сергей Булгаков. Это список писателей. Но Орловская земля изобиловала и другими талантами, и не только талантами, но и святыми.
Вот в частности, святитель Тихон Задонский был архиереем, и Орел тогда входил в его епархию. Святитель Феофан Затворник просто родился в городе Орле и закончил Орловскую духовную семинарию. Священномученик митрополит Серафим Чичагов был орловским архиереем с 906 по 908 год. Священномученик Макарий Гнеушев в страшные годы возглавлял Орловскую кафедру. В 917-918 году был зверски замучен. Известное имя святого праведного Георгия Косова, канонизации которого батюшка приложил очень большие труды. Но это не последний список. Я бы даже, знаете, дерзнул перефразировать слова Лескова, что Орловщина на своих мелких водах, сказал бы я, вспоила столько великих русских старцев духоносных, сколько не вспоила ни одна полноводная река России. Только 4 оптинских старца были из Орла. В частности, Лев Оптинский, по другому постриге Леонид, он был орловским купцом. Преподобный Макарий Оптинский, просветитель, духовник Оптиной пустыни, который совершил великое дело. Надо сказать, что до Макария Оптинского, а это середина XIX века, все богословие, благодаря царю Петру и последующим императорам, богословие было католическое или протестантское. Именно так оно и преподавалось в академиях и семинариях. И лишь благодаря старцу Паисию Величковскому, труды которого нашел и публиковал Макарий Оптинский, вернулось в Россию греческое традиционное святоотеческое богословие. И вернулось в семинарии, в академии. Старец Макарий печатал книги, печатал «Добротолюбие», другие книги духовные, других отцов. И бесплатно рассылал эти книги по всем библиотекам, по всем духовным семинариям, приходским училищам, для того, чтобы люди просвещались и вспоминали ту православную богословскую мысль. Вот этот Макарий Оптинский, духовник Оптиной пустыни, тоже был родом из старинной дворянской орловской семьи. Преподобный Нектарий Оптинский, последний оптинский старец, он был сыном мельника, тоже жил, родился в Орловской губернии. Священномученик Исаакий, последний настоятель Оптиной пустыни после ее, ну, перед ее разорением, он тоже был крестьянином Орловской губернии. Ну и современные старцы, кто не знает преснопамятного отца Иоанна Крестьянкина, Орловский, по рождению, схий архимандрит Илий Ноздрин, нынешний духовник Оптиной пустыни, духовник патриарха Кирилла, Орловский. Про себя я, конечно, не говорю, мы с батюшкой тоже земляки. Ну и самый главный, тот, ради кого мы сегодня собрались, тоже из города Орла, из Орловской области, из Болхова, наш дорогой отец Василий. Вечер продолжает земляк отца Василия, псаломщик Свято-Троицкого Измайловского собора, студент 5-го курса Санкт-Петербургской консерватории, солист Академии оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Дмитрий Либамба. Петр Ильич Чайковский, романс «Благословляю вас, леса». За роялем Олег Ванштейн. Благословляю вас, леса, долины.
слить. О, если мог в мои объятья я вас, враги, друзья, и братья, и всю природу, и всю природу в мои объятья. Русская народная песня «Дубинушка». Много песен слыхал я в родной стороне, в них про радость и горе мне пели. Но одна из них в память лишь врезалась мне. Песня рабочей артели. Эх, дубинушка, пухнем, эх, зеленая, сама пойдет, сама пойдет, потернем, потернем, да пухнем. Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. А наш русский мужик, коль работать не вмочь, он затянет родную дубину. Зеленая сама пойдет, сама пойдет, потернем, потернем, да ухнем. Так иди же вперед, наш великий народ, позабудь свое горе кручи. Святой гимном радостным пой, дорогую родную дубину. Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая, сама пойдет, потернем, потернем, да ухнем. Война, немецкая оккупация, голод, изнурительные работы, концлагерь. Все это пережил маленький Вася Ермаков. Он пережил это благодаря вере. И знаете, мне батюшка Василий подарил книгу, называется «В годы оккупации», где и про псковскую миссию. И когда мы снимали фильм «Поп», то эту книгу и Сережа Маковецкий читал, и она у всех у нас была, и Владимир Иванович Хотиненко, и тоже эта книга помогла нам вот в работе над этим фильмом.
И меня немцы сопали по-настоящему 6 декабря 1941 года, лопату в руки, и иди, снег чистить надо, а город был забит машинами, все. И пошел я уже работать у них. Пошел потом в Рождество, пошел я в церковь. И я посмотрел уже иным, каким-то внутренним взором. Я прочувствовал небо на земле, молитва. До меня коснулось моего сердца та духовная, одухотворенная, молитвенная благодать скорбящих людей. Это храм мечтал 3000, он был забит битком. Это сожженные куфайки, прожженные платки, дети стоящие там года 3-4, за руку держащие. И особенно было много мужчин не было, а уж моего возраста, не говоря об этом, никого не было. Я прочувствовал, и вот мое духовное обращение к Богу, несмотря на воспитание атеистическое в течение моих, так сказать, 15 лет, мне уже было тогда, я, сохранил домашнее воспитание, я пришел в церковь. И с этого дня я неукоснительно не пропускал, а работал я немцу под конвоем. У меня была кирка, лопата и кувалда 15 килограмм. Засыпать воронки, пилить дрова, счистить дороги и рыть окопы. Это не я один, все были там. И вот я, отпускали нас только в субботу, воскресенье, снимая, одевая немножко почище свои, что там была рубашка, там или такой пинжак, я шел в церковь. Неизменный участник наших вечеров, ансамбль солистов Государственного академического русского оркестра имени Василия Андреева. На войне, как на войне. Музыка Георгия Портнова. Thank you.
ансамблю присоединяется неповторимая Нина Усатова. Нина Николаевна, спой ты мне про войну. Спою. Музыка Исаака Шварца, слова Геннадия Шпаликова. Спой ты мне про войну. Войну, про солдатскую жену и товарищей погибших, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за Волгой схоронили, фанерную поставили звезду. А мой старший брат погиб на Украине в 41-м, в 40-горестном году. Спой ты мне про войну, да про тех, кто был в плену. Я товарищей погибших, как сумею, помяну. Всех без вести, всех без вести пропавших. А сколько их пропало за войну? Всех ребят, ребят, Россию не предавших. Как сумею, помяну. Солдатскую страну, много стран на белом свете, я ручаюсь за одну. Она меня мальчишкою растила, на трудный хлеб, на трудные хлеба. Ты одна, одна на всех, моя Россия. И надежда, и защита, и судьба. Спой ты мне про войну, да про тех, кто был в плену. Я товарищи погибших, как сумею, помяну. Наш любимый ленинградский поэт-бард Александр Дольский разрешил мне в сегодняшний наш замечательный вечер спеть его песню «Мне звезда упала на ладошку». Дайте мне передохнуть немножко,
Я с такой летела высоты, а потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвене. Не смотрите, что невелика я. Я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить. Я все время занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо. Мне не надо долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым. И хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес, чтоб траву, как сталь, косой косили, каждый день летали до луны, чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны, чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Погасла. Было у нее немного сил. Музыка всегда сопутствовала нашему народу. Это, может быть, было самое легкое, доступное развлечение, удовольствие, одухотворение жизни, простой жизни, которую песня могла украсить и своим содержанием, и своей красотой. Вот сегодня, сейчас прозвучит песня, прозвучит мелодия, которую в те далекие годы можно было слышать в каждом дворе, в каждом распахнутом окне. Салон-квартет под руководством заслуженной артистки Карелии Светланы Никольской. Thank you.
песни, которые слушал отец Василий, которые западали ему в душу, он часто цитировал. И, наверное, многие из нас сегодня помнят, когда батюшка мог так опереться, положить руку на плечо и так, глядя в глаза, с любовью произносил: «Я все отдам тебе земное, лишь только ты люби меня». Вспомните, он так шутил, и так это было сердечно и дорого. И потом вот многие из клироса отца Василия, все, кто сегодня пел в хоре, помнят, когда на празднике или День Победы, или какой-нибудь другой праздник Пасхи, он всегда просил кого-то спеть. И у нас замечательные певцы, которые всегда пели любимые песни батюшки. И вот сегодня Вера Алиева исполнит песню «Очаровательные глазки», слова и музыка Ивана Кондратьева, за роялем Олег Ванштейн, партия скрипки Светлана Никольская. Вера Алиева, «Очаровательные глазки». Пожалуйста. Очаровали вы меня, в них столько неги, столько ласки, в них столько страсти и огня, в них столько неги, столько ласки, в них столько страсти и огня. С каким восторгом я встречаю твои прелестные глаза, но что-то в них я замечаю, они не смотрят на меня. Да я терпела муки ада, и до сих пор еще терплю. Мне ненавидеть тебя надо, а я безумного я люблю. Мне ненавидеть тебя надо, а я безумного я люблю. Я опущусь на дно морское, я поднимусь за облака, отдам тебе я все земное, лишь только ты люби меня. Очаровали вы меня, ах, в них столько неги, столько ласки, в них столько страсти и огня. Мы, конечно, с вами старались батюшке вернуть ту любовь, которую он щедро нас одаривал. Но часто наши приношения были земными, человеческими, падшими, может быть, даже иногда и корыстными. Мы в нем видели того, кто открывает для нас небо. И это были не пустые слова, это простые слова, но они значат очень многое. Я приглашаю на сцену Державину Елену Георгиевну. Добрый
Добрый вечер, братья и сестры. Я хочу несколько слов сказать о наших встречах с батюшкой. Произошли они в 31-й больнице, где он нас подлечивался, потому что сказать о том, что он лечился, это очень не так, потому как он никогда не находился один. Ему все время кто-то навещал. Его всегда все одолевали, даже мы, работники этого учреждения. Но он был необыкновенно доступен. И мы все приходили к нему, конечно, после смены и общались с ним, слушали его. И, конечно, навешивали на него свои проблемы. Хотя он лечился, был болен, но никогда никому не отказывал. Он имел такое огромное сердце. Он умел пропускать чужую боль через свое сердце. Сколько человеческой боли он принял на себя. И все это отразилось в моих стихотворениях, посвященных ему. Когда мы его потеряли, вот тогда только ощутилась вот та пустота. И столько еще неспрошенного, столько такого важного мы не успели спросить. Потому что мы все время как бы распылялись в своих материальных там всяких делах земных. И вот поняла я это только, когда его мы потеряли. Я вам сейчас прочту стихотворение, когда он отошел ко Господу, я ночью писала эти стихи. «Как страшно мы осиротели, как пусто стало без него. Мы не ценили, что имели, не берегли порой его. Мы все невзгоды и печали, не думая, несли к нему. На плечи старца возлагали свою мышиную возню. А он учил нас с верой в Бога глобально в душу заглянуть и православную дорогу не упустить, не зачеркнуть, не закоснеть в мирских заботах, в пустой житейской суете и донести свой крест до Бога от тернии к звездам, к высоте». Батюшка всегда говорил: «Как молитесь, так и живете. Приходите в церковь, водите своих детей, молитесь и будете жить ровненько». А потом еще он говорил, что от Бога не отдыхают. И вот тоже возникло такое вот, родилось такое стихотворение. «Беспечней теплохладных нет, у них на все готов ответ, ведь Бог в душе у них живет. Зачем им храм, зачем приход? Священник тоже ни к чему, ведь без посредников к нему с проблемой могут обратиться. Ведь это проще, чем трудиться молитвой, храмом и постом заполнить свой духовный дом. Мы все успеем, жизнь длинна, придет наш час. Ну а пока возьмем у Бога выходной. На день один, потом другой, и так потянутся года. Без покаяния и стыда за свой бездумный страшный бег из года в год, из века в век. Глядишь, подкралась седина, ее закрасим. А душа подчас больна, да и пуста, и немощно принять Христа во всей вселенской полноте с любовью жертвенной в душе. Без покаяния она, как стебель, высохший в стогу под солнцем жарким на ветру, и припадет к сырой земле, не обретя покой в себе. Так в чем же смысл земного бытия? Давайте спросим у самих себя. Живем за тем, чтобы превратиться в прах? Тогда зачем нам жизнь, как постоянный страх? Вселенский смысл земного бытия. Возлюбишь ближнего, как самого себя. Тогда тебе откроют вечность дверь. Ты только с чистой детской верой верь. Экспериментальный детский хор имени отца Василия Ермакова. Песенка-притча про овечку и человечка. Потому что случайно не обидно.
Они хотели спеть про коня, это я не дал. Вы знаете, главное, чему нас научил отец Василий, это молитве. Простой молитве, не какой-то там исихасской или особенной, заоблачной, а именно простой. Он учил тому, что сам умел. Он умел молиться. Умел молиться просто, дерзновенно. Вот вы помните, как он стоял на Херувимской? Вот положено, что священник вот так воздевает руки. А батюшка делал вот так. И это была и молитва, и как бы он распинался перед Богом за свою паству, приносил себя в жертву. А он действительно себя приносил в жертву, без особой патетики, без какого-то демонстрации каких-то духовных особых высот, по-простому. Просто приносил за нас себя в жертву. И благодарим его за то, что все-таки он научил нас молиться. И не только многочисленных своих чад мирян, но и воспитал очень многих священнослужителей. Кого-то воспитал лично, а кого-то на расстоянии, как меня, например. Но, тем не менее, его пример священнического служения всегда остается для меня непревзойденным. Песню Булата Акуджавы «Молитва» исполняет Вероника Герасимова. За роялем Максим Верок Столетов. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верует каждое ухо. Речам твоим, как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи мой, Боже, зеленоглазый, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня,
ты всем понемногу. И не забудь про меня. В юношеские годы отец Василий был угнан немцами в лагерь эстонский. И только вера помогла ему выжить, что дома ждут и молятся за него родные. Голодом по всему уже валились. Ну, там все наше, делай прожарку, все. И смотрю, пошло недельки две, так вот, приезжает священник в лагерь совершить литургию. Ну, там вот, кто желает, приходите, ну, пошел и я. И я вижу, понимаю тогда уже, переносной престол, чаша, антиминс, все, псаломщик, ныне митрополит Корнилий, отец Вячеслав, мой духовный наставник, отец Михаил Видиер. Нашелся хор из ленинградских, тогда еще изгнанных беженцев под Ленинграда. Они стали служить и молиться. Вот здесь я воочию убедился. Убедился, действительно, какое благо. То, что мы не были брошены священниками таллинского, города Таллина. Я опять увидел, как люди молятся в совместной молитве. А в лагере негде было помолиться. И помню, был большой камень. Я брал свою икону, родительское отцовство, благословение Спасителя. Она цела у меня сегодня. Я стоял на камень, и как молился, я это хорошо помню, так своими словами. А молитва была одна: Господи, сохрани мне жизнь. Господи, чтоб мне в Германию не отправили. Господи, спаси меня, родителей, чтоб не увидать. Это была такая страшная, родные, ностальгия потерять родных. И я поэтому обращаюсь к тем, кто еще куражится над родителями. Берегите родителей. Это неповторимое счастье. Кулемёшки, соседи, ладоши, штабы лопли, чак дорога.